Игуаин. 42 технико-тактических действия, но это вот на уровне наших нападающих. Вот. И 54,8% брака. Вот. Но вот так вот примерно Киржаков играет, да, поэтому он единицы получает. И вот всех, кто нападающий играет. Поэтому нас не интересует, что ты в Реале играешь, а там против Барселоны играешь. Вот какие показатели, получая единицы. А знаете... ни за что не зацепился, ничего не создал, ничего не отдал. Вообще полный ноль. Единица.